Этот год пройдет под знаком 20-летия Астаны. Этот юбилей важен для каждого казахстанца. Его будут праздновать в каждом уголке страны. В Шиелевском районе состоялось одно из первых юбилейных мероприятий. Мировая история знает свыше 140 фактов переноса столиц. К примеру, из Петербурга в Москву, из Бонна в Берлин и так далее. Тем не менее, перенос казахстанской столицы из Алматы в Астану признается неординарным событием по темпам этого сложнейшего процесса. Решение главы государства о переносе столицы было принято 6 июля 1994 года. И уже в 1998 году состоялась международная презентация новой столицы Казахстана. А в 1999 году Астана была признана ЮНЕСКО городом мира. На торжественном вечере были пролистаны страницы истории становления Астаны. Елорда и Ельбасы – два неразделимых понятия. Сегодня мировое сообщество знает Астану как крупный политический, экономический и культурный центр Евразии, который играет важную роль на мировой арене. Это самая молодая столица во всем мире. В строительстве Астаны принимали участие лучшие архитекторы мира. Автором генплана застройки города был известный японский архитектор Кихисе Курокава. Здесь есть почерк и знаменитого архитектора-британца Нормана Фостера. И сегодня Астана – это современный город с неповторимым обликом и стилем. Астана – самая северная столица Азии, одна из самых холодных столиц планеты. Но самая холодная столица мира – сердце гостеприимной, мирной, многонациональной страны. Об этом пели на концерте посвящения таланта района. Галымжан Жумназар, Аскар Тажиев, Алпамыс Ашырбеков, Досан Сатпай, телеканал Кызылорда.